Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, в каких районах города гомельские строители будут возводить новостройки и что такое умный дом. И, конечно же, мы предоставим вам от представителей банков актуальную информацию о кредитовании жилья. В городе Надсожем появляются новые микрорайоны. Это происходит как за счет расширения уже существующих границ областного центра, так и благодаря уплотнению уже имеющейся застройки. В планах гомельских строителей возведение новостроек в жилом комплексе «Шведская горка». За последние годы 59-й микрорайон стал одним из популярных в городе. В нем, помимо живописной природы, речки, свежего и чистого воздуха, еще масса плюсов. Главный из них – соседство с уже сложившейся инфраструктурой. Рядом такие крупные артерии, как проспект Октября и улица Хмельницкого, а также торговые объекты, учреждения образования и здравоохранения. Сегодня в этом районе организовано автобусное и маршрутное движение. В дальнейшем гомельские строители порадуют гомельчан строительством жилых домов в таких микрорайонах, как номер 59 «Шведская горка». В настоящее время производится корректировка проекта застройки микрорайона, и он прирастет практически 50 тысячами квадратных метров жилья. Также продолжается застройка улицы Барыкина, где с отчетной и нечетной стороны появятся новые дома со встроенными помещениями различного назначения. Также будет застраиваться и вторые линии, где будут просто дома. Инфраструктура будет полностью соответствовать современным нормам. Кроме того, в настоящее время архитектурно-проектная мастерская Гомельского домостроительного комбината разрабатывает проект умного здания. Предприятие изыскивает земельный участок для расположения такого капитального строения. Общепринятая мировая практика показывает, что такие здания востребованы, и в целом строительство таких зданий оправдано. Это энергосбережение и повышенный комфорт для проживающих в них людей. Эта система позволяет автоматизировать практически все инженерные системы, управляющие жизнедеятельностью здания, такие как отопление, водоснабжение и снабжение электроэнергии. Какое жилье сейчас выгоднее приобретать – от застройщика или на вторичном рынке? Если вы столкнулись с таким вопросом, то сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам о плюсах и минусах этих двух вариантов. За комментарием мы обратились к специалистам в строительной отрасли. Жители города могут приобрести жилье практически в любом районе Гомеля, но в основе своей они отдают предпочтение рынку жилья от застройщика. Рынок обладает рядом преимуществ. Первое – это более качественное жилье, более качественное для проживания с точки зрения более благоприятной среды и также благоприятная стоимость, потому что на вторичном рынке жилья цены начинаются практически от 1400 рублей за квадратный метр, а на первичном рынке, от рынка наших застройщиков, они стартуют от 1100 рублей за квадратный метр. Для тех, кто решил приобрести жилье от застройщика, то вам будет интересно следующее предложение. Актуальный вариант для тех, кто мечтает жить в самом сердце нашего города, в центральном районе. Управление капитального строительства Гомеля приглашает к возведению комфортного современного жилья по улице Волотовской. Здесь двух- и трехкомнатные квартиры. Квартиры большие, просторные, свободной планировки. От 63 до 97 квадратных метров. Современная планировка позволяет зонировать пространство так, как это удобно вам. Просторная гостиная, кухня, комнаты. Стоимость квадратного метра составляет 1449 рублей за квадратный метр. Уважаемые дольщики, подарите себе жилье в уютном, красивом доме в самом центре нашего города.
Примечательно, что вблизи дома набережная реки Сож, дворцово-парковый ансамбль. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, развитая инфраструктура. Есть детские сады, школы, торговые и объекты здравоохранения. Большая стройка сегодня также предлагает вам ознакомиться с еще одной новостройкой, которая вскоре появится в уже существующем микрорайоне Новобелицы. УКС города Гомеля предлагает квартиры в новом строящемся жилом доме на пересечении улиц Степана Разина-Войкова, рядом с уже построенным нами жилым домом. Предлагается одна- и двухкомнатная квартира компактных планировок, что сказывается на доступности ее покупки. Цена за метр квадратный составляет 1070 белорусских рублей. На сегодняшний момент это самое выгодное предложение на рынке новостроек в нашем городе. Дом расположился в самом центре Новобелицкого района, что полностью реализует концепцию «красиво жить и легко доехать». Рядом остановки общественного транспорта, поликлиники, школы, детские сады и кинотеатр «Мир». Уважаемые дольщики, количество предложений ограничено. В доме всего лишь 37 квартир. Приходите, не упустите свой шанс. В ближайшее время многоэтажный 120-квартирный жилой дом возведут в 21-м микрорайоне Гомеля по улице Чечерской. Рассмотреть предложение по приобретению в нем жилья предлагает УКС города Гомеля. УКС города Гомеля предлагает квартиры в строящемся многоэтажном доме в 21-м микрорайоне. Дом расположился в центральной части города Гомеля. Предлагаем одна- и двухкомнатные комфортабельные квартиры площадью от 45 до 69 квадратных метров. Двухкомнатная квартира площадью 69 метров позволяет за счет зонирования пространства сделать из нее просторную трехкомнатную квартиру. Изучив нынешнее состояние рынка недвижимости Гомеля, программа «Большая стройка» поинтересовалась кредитными новинками, которые предлагают гражданам отечественные банки на строительство жилья. И в частности, на каких условиях осуществляет кредитование «Беларусьбанк». В реализации жилищной политики партнером банка является Гомельский ДСК, который заключает договора на строительство квартир. А «Беларусьбанк» предоставляет физическим лицам кредиты на строительство квартир в порядке долевого участия в строительстве. На срок до 20 лет с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 3 процентных пункта. Ставка плавающая и меняется при изменении ставки рефинансирования. На сегодня ставка по кредиту составляет 13,5% годовых. Максимальный размер кредита до 90% от стоимости жилья в пределах платежеспособности кредитополучателя. При недостаточности доходов кредитополучателя возможно включение в его совокупный доход доходов поручителей и близких родственников, членов семьи кредитополучателя. «Беларусьбанк» всегда рядом. Он поможет воплотить мечты в реальность. Еще одна новостройка в рамках уплотнения городской застройки. 14-этажный одноподъездный жилой дом появится в Советском районе вблизи Дворца культуры «Фестивальный». Многоэтажку возводит Мозырский домостроительный комбинат. Преимущество дома в том, что он расположен в микрорайоне с уже сложившейся инфраструктурой. Мы находимся на строительной площадке на улице Павлова. Здесь строится жилой дом с набором 1-2-3-комнатных квартир. Стоимость одного квадратного метра 1199 белорусских рублей. Для долевого участия приглашаем всех желающих. Вы можете составить договор долевого участия по адресу улица Белецкого, 7, в секторе долевого строительства. Окончание строительства многоэтажки запланировано на декабрь 2018 года. Стоит отметить еще одного активного участника рынка розничного кредитования недвижимости – БПС «Сбербанк». Предоставление населению кредитов на недвижимость банк осуществляет в нескольких направлениях. Я могу вам предложить нашу программу кредитования на недвижимость «Новоселье со Сбербанком». Вы можете по этой программе не только построить новое жилье, а также приобрести квартиру либо частный дом на вторичном рынке. В обеспечении возврата кредита вы можете предоставить поручительство физических лиц, либо залог, приобретаемый за счет кредита недвижимости. Кредит мы можем вам предоставить сроком до 20 лет и до 90% от его стоимости. Для этого вам необходимо иметь стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования Национального банка в течение всего срока кредитования. Еще одно направление в деятельности ОАО «БПС Сбербанк» – кредитование недвижимости по заключенным партнерским договорам. В Гомельской области на сегодняшний день заключены договоры с 15 партнерами-застройщиками.
Основными из них являются Гомельское областное управление капитального строительства с его дочерними предприятиями и Гомельский домостроительный комбинат. Партнерская база постоянно расширяется. При кредитовании по партнерской программе действуют индивидуальные условия. Уважаемые клиенты, приглашаем всех за кредитами в наш банк. Сегодня программа «Большая стройка» знакомила вас с новинками в сферах строительства и кредитования жилья. Уверены, что именно вам мы помогли определиться с выбором комфортного и уютного жилья. До встречи на стройплощадках Гомеля.